Более 100 школьников со всего муниципалитета. Команды по 5 человек. Им необходимо пройти 6 площадок с испытаниями. Мы сегодня приготовили для вас очень интересные конкурсы. Не столько проверить вас на быстроту, ловкость и силу, сколько на ваше творческое начало, на ваш интеллект, эрудированность и, конечно же, насколько сплоченная ваша команда. На это нацелено наше сегодняшнее мероприятие. В каждом задании необходимо чувствовать плечо товарища, действовать синхронно с оглядкой друг на друга. Еще одно задание уже не из обязательной программы – профориентационный тест городской службы занятости. Здесь поверхностная диагностика, мы просто определяем сферу интересов, да. Те дети, которые не могут определиться, есть расширенные диагностики, там свыше 500 вопросов, но там полностью разбивка по производствам, по отраслям, предпочтения, психологическая готовность, да, то есть хорошие диагностики, уже на основании этих диагностик дети более конкретно определяются, куда им идти учиться. Андрей из станицы Анапская учится на сварщика. Кроме того, тест показал наличие творческой жилки. Здесь он нашел себя, занимаясь воркаутом. Не знаю, решил просто пойти на сварщика. А воркаут? Воркаут это, не знаю, это можно создать с детства. Главная задача, чтобы все молодые люди без исключения нашли себя. Как рассказали в городском управлении по делам несовершеннолетних, самое главное – максимально охватить вниманием детей и подростков, которые находятся в социально опасной ситуации. Причины тому могут быть самыми разными. И это лишь одно из сотен мероприятий, в котором главное не победа, а участие, а также атмосфера позитива и взаимовыручки.